Так, все, вроде поперло. Ну что ж, ребят, всем привет. С вами Нильфгорн, вы на моем канале. Как всегда, я немножечко заранее включаю стрим, чтобы подготовить, ну, программу, посмотреть, все ли работает правильно, все ли настроено, ну и чтобы все было качественно. Поэтому немножечко заранее начал стрим на 5 минут. Ну, думаю, ничего страшного. Сегодня будет стрим по Факторио, и давно его уже просили, давно все просили. Хотя, если так подумать, она не пользуется суперской популярностью, эта игра. Ну, наверное, будет грубо сказано, но все-таки для каких-то избранных людей, которые любят вот конструировать, любят думать, любят напрягать мозги, любят решать какие-то проблемы и наслаждаются тем, что у них получается. Привет, шкаф, привет. Привет, привет. И еще раз привет. Ну что ж, продолжим. Наверное, на самом деле тут рассказывать вам не нужно, что происходит. Я продолжаю именно свою кампанию, то есть этот стрим. На меня напали. Где напали? О, уже с другой стороны нападают. Смотрите, что. Это уже серьезно на самом деле. Удивляюсь, как некоторые люди любят бомбить, любят, как сказать... возмущаться. То есть, если я строю что-нибудь не то в игре, не так, как они хотят, или по-другому совершенно, или еще что-то, они сразу начинают негативные какие-то отзывы. Спасибо за подписку. Сразу какие-то негативные отзывы писать. Это так неправильно, ребят. Как-то вот реально неправильно, потому что по-другому я никак это назвать не могу. Так, а почему здесь вот не работает? Не понял. Смотрите, не работают печки. Почему? То есть я... блин. Уже синие бутылочки нужны. Ну ладно, давайте пока пускай это модернизируется. Почему не работает, я не понимаю. Нет. Стоп, стоп. Я, по-моему, понял, почему, потому что... То есть они загрузили сюда железные плиты, вот что. Все, допер. Значит, нужно поставить сюда настраиваемый манипулятор где-нибудь. Не понял. Чё мне микросхем не хватает? Ну ладно, окей. Так, те, которые складывают сюда, не то. Вот этот убираем, вот этот. И вот этот давайте уберем. Поставим так, так, так. Здесь настроим сразу фильтр. Сразу скажу и могу кардинально сказать, ребят... Если вы хотите дать мне совет, не нужно, не стоит. На канале появились правила. Ребят, желаю, чтобы вы их прочитали все, ознакомились. И только после этого уже что-то говорили, или что-то писали, что-то советовали. Чтобы не было, не возникало никаких конфузов. Когда кажется, креститься нужно, я играю так, как хочу. Это будет хоть охрененно сложнейшее... Привет, Нильфгорн. Никомик, привет, спасибо тебе большое, что ты уже, так сказать, пришел и уже активно участвуешь. Спасибо тебе большое. Хоть это будет охрененно сложная система или охрененно легкая система, это будет моя система, и она только будет мной как бы построена. И в этом вся фишка, что я играю так, как хочу. То есть здесь сейчас было нападение, нападение, и я смотрю... Это нападение как-то так жестко не было отбито, потому что я смотрю, что здесь забор поломанный. Как так-то? Так, что путь? Так, вчера... Игра, может, и не самая популярная, но отзывы по ней в основном положительные. Здесь не нужно говорить, отзывы какие положительные или еще что-то типа такого.
На самом деле здесь это совершенно не важно, ну, лично для меня. Для меня важен сам процесс. Обожаю всегда, обожал всегда строить и люблю до сих пор. И здесь эта игра позволяет стройку возвести, наверное, в какой-то культ. Потому что, как сказать, эта стройка здесь доведена до идеала. При этом при всем мы можем не только строить, но и настраивать всю эту систему, настраивать какие-то пушки, ставить микросхемы, делать приборы, все это делать так, чтобы это все работало в правильном режиме. И бесконечно есть модернизация и доведение до ума, так скажем, всей этой системы. Что, вот, собственно говоря, меня и радует. Добрый вечер. Ты только что в настраиваемые манипуляторы поставил фильтр на железные плиты. А надо, если не ошибаюсь... Да. Вот, вот такое поправление я принимаю, ребят. Спасибо большое. Сейчас исправим настроение. Нормальное. Сейчас исправим, исправим. Все сейчас будет как нужно. Так. То есть он берет и просто делает так, понятно. Так, давайте здесь исправим. Здесь исправим. Здесь... исправим. Так, это все забираем. Здесь почему-то вообще не хочет. Камень какой-то поставил. Что? Так, так, все пошло, пошло. Все, работа пошла. Здесь, смотрите, балки. Ну ладно, давайте заберем. Он сразу застопорил вся система. Неплохо. Спасибо за подписку, друг. Не фильтры, насосы. Как настроение? Почему нельзя изменить качество? Ребят, почитайте описание с Твича, и потом вы узнаете, почему. Так, ладно, немножко верхнюю часть защитили, это неплохо. Так. Без накопителей энергии смысл ставить какие-то конструкции с солнечными панелями я не вижу. Мне сделали одну огромнейшую подсказку сегодня вот в комментариях. Я очень благодарен этой подсказке. Мне сказали сделать твердотопливные манипуляторы и заменить вот здесь вот все твердотопливными манипуляторами. Почему? Потому что... Так, во-первых, вот здесь вот давайте вот так вот сделаем. Почему? Потому что твердотопливные манипуляторы, они когда берут... уголь и перетаскивают его в какой-то прибор, они также забирают себе немножко угля. Тем самым, вот у меня было в какой-то серии остановка, полноценная остановка, прям, ой, я, наверное, слишком много микросхем взял, да. Полная остановка всей системы, потому что мне сломали там работу. Сломали добычу вот этого угля. И сейчас, благодаря вот этой системе твердотопливной добычи, я, так сказать, обеспечу не поломку. То есть там кончилось электричество, и подача угля перестала работать. Так, ну, здесь давайте поставим. Ставь плюс, если... Как жизнь и... Что делаешь? Ну, наверное, очевидно, что я делаю. Это, наверное, просто супер очевидно. Или нет, ребят, не очевидно, чем я занимаюсь. Вопросы начинаются... пришло время вопросов ради вопроса. Спасибо за подписку, друг. Так, все. Они, конечно, не быстро будут работать, но, в принципе, здесь скорость не нужна. Так, любишь... ютуберов, которые слушают советы. Совет — это одно. Настырно настаивать, чтобы делал он то или иное, вот это другое. Я ненавижу, когда меня начинают учить играть. И когда начинают настырно навязывать свою игру. Сделай так-то, сделай так-то, сделай так. Я хочу сам понять. Я хочу сам разобраться. Мне нравится делать ошибки. Мне нравится делать ошибки. Это прикольно. И когда ты делаешь, блин, сидишь, у тебя там какая-то что-нибудь не работает или что-то не понимает, ты сидишь, думаешь, ломаешь мозг, и тут хоп, у тебя пришло решение, и это прекрасно, это великолепное ощущение, ребят. А когда тебе все на блюдечке подают, ну, в этом это неинтересно, совершенно неинтересно. И люди почему-то обижаются, когда я говорю, что
что не хочу я делать так, как вы делаете. Но это типа ускорит. Да мне срать, ускорит ли это процесс или не ускорит. Я хочу добиться всего сам. Так, ладно. Еще нужно кое-где манипуляторы поставить твердотопливные, я вспомнил, да. И, кстати, блин, ну ладно. Так, где-то здесь, вот здесь, вот здесь. А, леса, блин, поля. Да дай пройти-то, дай пройти. Так, вот здесь, ой, надо с другой стороны. Вот здесь вот внизу поставим сейчас. Здесь у нас их 6, по-моему. Да, 6. Вот, вижу плохо, ребят. А игра, так как все мелко, мне приходится вот так вот буквально играть. То есть, чтобы... раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы все лицезреть, то, что здесь происходит. Так, все, работа пошла. Ты что-то вроде бы сделал. Блин, я уже... Вот тороплюсь, да? Точнее, не тороплюсь. Я думал, на единичку это именно то и работает. Ну ладно. Так. Сколько факторий играл об твердотопливном манипуляторе, фишку не знал. Так я, Алекса, сейчас буду всю электросистему на своей базе менять, половину из них уголь перетаскивать. Олег, крут. Я говорю, вот такой комментарий, это респект и уважуха. Он реально полезный. И я прям вот реально ответил человеку, спасибо за инфу, вообще. Это круто. А гнезда выносил лазерами? Нет. После того, как на монитор накопишь, на что будешь копить далее? Ребят, когда накопим, тогда подумаем. На самом деле, я думаю о этом, как его, джойстике, как он? Господи. Ну, на планшетах-то есть. Ой, не на планшетах, а на приставках-то, как он называется-то, вылетел из головы. Тут карта огромная, карта бесконечная. Кто спидран до техники? Ребят, не, без может, без каких-то вариантов, буду ли я, будешь ли ты, без этого, ребят, без всяких спидранов, я играю так, как хочу, не нравится, ребят, я вас здесь не держу. Я смотрю, там вот толпа бежит, и они пытаются обижать, да, получается? Да, они пытаются вот здесь, то есть, в принципе, зря я здесь вот сделал такой, да, прорыв. То есть, давайте, может, здесь вот так вот сделаем дырочку небольшую. Они побегут именно сюда, и тем самым с двух сторон их будут обстреливать. Давайте вот так вот. Так. Как-нибудь моды используешь? Никаких. Геймпад, да, вот. Геймпад. Геймпад. Под геев. Так. Ну, давайте, может быть, это, или что это? Вот это вот давайте. Так, у меня появился нефтеперерабатывающий завод, химический завод. Я, честно говоря, не знаю для чего они, поэтому нефтяная вышка, ну понятно, она, наверное, добывает нефть. И пока что я, ну так, не знаю, честно говоря, что твердотопленное топливо. Посмотрите, твердое топливо, попутный нефтяной газ, господи. Так. Ладно. Не будем пока суетиться. В данный момент мне нужен вот эта часть какая-то, где-то она здесь была. Вот она. То есть подстанции. Не, максимальная прочность. Нет, не то, не подстанции. Нет, стоп, не подстанции. Накопители энергии. Вот где они там были-то, как они называются. Так, кстати, тачку нужно сделать. У меня до сих пор нету машины. Но, в принципе, я пока далеко не езжу, чтобы беспокоиться об этом. Так, нет, никакой подстанции нет у меня. Реально нужно. А как до нее сделать-то? Сейчас давайте поищем ее. Я даже не знаю, где она у нас может быть. Так, это, я так понимаю, не то, не то, не то. Так, тоже не то. Так, Ник, ты пытался делать городки, заводы, соединения железнодорожного? Слева на карте. Что? Напиши мне, почему нельзя изменить качество стрима, блядь. Если что, спрашивай, подскажу. Не будь говорить о будущем, будем говорить о настоящем. Заводи в настройки, там будет.
Так, подстанция это... То есть это как про... просто столб провода, да, я так понимаю? Так. Ну и реально, а где? Я помню, где-то видел. Вот, вот она. Вот. Но для нее нужно сначала аккумуляторы сделать. А аккумуляторы. Что-то не вижу. А, вот аккумуляторы. Для аккумуляторов нужно сделать... Требуется вот это вот. Тогда давайте так вот. Круто, не фу, играть. Я поставил себе мод. Блять, так убери мод этот и все. Вот странные какие-то комментарии. Так, дальше. Просто я боюсь, что я сейчас буду и всякую такую только херню и читать. Типа, а у меня, а это, а можно было сделать, и что-то типа такого. Ну, честно говоря, как-то не очень хочется на это отвлекаться. В игре есть своеобразный десант противника. Не знаю, это вопрос или факт. Тоже не знаю, как на это ответить. Так. В принципе, сейчас все зависит от процесса... изучение, поэтому давайте еще две лаборатории поставим. Потом займемся, сделаем все-таки себе машину. Изучи ворота, тебе поможет. В чем поможет мне? Ворота мне, в чем помогут? Что? Не нужно, ребят, вот настаивать на таких вещах. Прошу вас, не нужно. Я играю так, как хочу. Комментарий «Построй ворота» поможет. Ничего мне не дал, он ничего не объяснил, ни о чем не сказал, поэтому, ребят, ну не нужно таких комментариев. Я вас очень прошу, я просто, можно сказать, умоляю вас. Я уже не знаю, как сказать так, чтобы передать вот так, а проблема что в до... А, нет, в медных проводах, понятно. Ну, медные провода это не проблема, медные провода мы сейчас... соберем. Ник, ты будешь строить базу на паровых турбинах или солнечных батареях? Это удивительно, но ничего я, к сожалению, с этим не могу поделать. Ну вот, вот такие вот у нас люди. Я играю первый раз в Factory, но они меня уже спрашивают, какие такие вещи. Ну ладно, что. Я не знаю, ребят, на чем я буду строить. Не знаю. Так, за эту превосходную игру. Спасибо тебе огромное за эту превосходную игру. Удачи тебе и хорошего стрима. Спасибо большое, спасибо, что смотришь стрим. Так, и вот здесь вот проблема в том, что железные шестеренки, то есть, я так понимаю, двигатель делается исключительно в... получается, только делается в станках, да? Давайте попытаемся сделать двигатель, потому что как-то это странно на самом деле. Вот так вот сделаем, давайте вот так вот поставим, к этому всему проведем электричество, и сюда нужные предметы сложим просто. Так, шестеренки, ну давайте вот здесь вот штуку вот так вот возьмем. Так, сложим шестеренки, я так понимаю, что он сейчас наложит и все это скрафтится, так? Все, он пошел двигатель крафтить, ладно. Ворота открываются и закрываются автоматом, а враги через них не пройдут. Разве не видно вот здесь вот, вот как бы... Зачем я эту дырку сделал? Вот для чего? Объясните. Я же вроде сказал, что враги в нее будут бежать, и с двух сторон они будут обстреливаться. Зачем мне туда ворота ставить? Странно, это странно, ребят. Так, есть один двигатель, но сколько нужно для машины? 8. Ну ладно, я думаю, пускай делается пока.
Денис, в горн. Теперь я стараюсь ни единого твоего стрима не пропускать, а если нету времени, то обязательно посмотрю на Ютубе и поставлю лайк. Спасибо тебе большое. Скажи, что за враги нубу, как я. Ну, когда ты начнешь играть, ты сразу узнаешь, что это за враги. Ну, либо смотри стримы, и ты увидишь этих врагов еще, может быть. Так. Посмотрите, электродвигатель. Интересно, я смогу ли машины делать... Нет, стоп. Мне же не это нужно делать. Мне нужна батарея. Так, спасибо за подписку. Да, батарейки, батарейки. А, все, хватает, всего хватает. И я исследовательский пакет 3 смогу делать. Круто. Я и... Данила, не нужно так говорить о том, что кто-то там подлизывается или нет. Если человек говорит искренне, почему нет? Кто ему точнее это может запретить? Так, давайте здесь заменим производство, потому что оно как-то медленное. Увеличим производство, в общем, бутылочек в разы, потому что, как-то видите, вот здесь зеленых бутылочек становится меньше. Видите? И то есть мне что-то как-то это не очень нравится. Пускай оно быстрее будет. Спасибо за подписку, друг. Надеюсь, ты не последний раз на моем стриме. На YouTube запись стрима будет залита? Да, ребят, будет. Я не заливаю записи стрима тех, в которых мата очень много. Или я там, допустим, слишком много бомбил. То есть только из-за этого. Если что-то не заливается, то только по такой причине. Спасибо за подписку, друг. Так. Есть, провели модернизацию бутылки. Я думаю, теперь тут пойдет быстрее. То есть заполнение пойдет намного быстрее. Надеюсь, по крайней мере. Ну, если что, мы сейчас вот эту часть конвейера увеличим просто. То есть продлим наверх, вот так поднимем. Еще и все. Так, двигатели. Что еще? В принципе, можно начать нефть добывать. Но я не знаю, для чего она, ребят. Вот здесь я уже прошу вас не совета, а описание, для чего нефть нужна и желательно по позициям. То есть для чего она сначала нужна, а потом. И вот так вот, если вы мне распишете, я буду вам очень благодарен. Просто нравится смотреть на горн. Прошу прощения, если неправильно написал ник. Ничего страшного. Нету, ребят, ник у меня написан, как и название канала, так и написан ник. Так и пишется ник, точнее. Так. А двигатель... Блин, опять я потерял, где этот дурацкий... Так, вот он, по-моему, да? Да, вот. То есть он накапливает базовый стационарный аккумулятор. То есть он накапливает себе электричество днем, а ночью он будет отдавать его моей станции. Отлично, для дальнейших механизмов. Отличный. Какой монитор я хочу купить? Ребят, для меня разницы нет, какая марка. Спасибо за подписку, друг. Но самое главное, чтобы 22,5 дюйма было. Нижгород, ты классный, так держать. Спасибо большое. Ник, как на твое усмотрение, должно быть идеальный комментарий. Ну вот какой, как у тебя, допустим. Нет идеальных комментариев. Понятное дело, ребят, тут совокупность моего настроения, да, важности комментария. Здесь никогда не будет нормальных комментариев. И здесь, конечно же, я виновен в большей степени, когда, допустим, недоволен тем или иным комментарием. Мне нужно быть намного сдержанней. Но так как я эмоциональный человек, то получается именно так, что я иногда чересчур резко реагирую на какие-то вещи. И реально мне потом неудобно. Именно неудобно. Я никогда не буду извиняться. Зачем мне извиняться за себя такой, какой я есть, да? Но то, что мне неудобно, это факт. Так, сколько у меня двигателей? 8. Да, тачка, тачка, тачка. Сейчас как нигеры такие с пушками выйдут. Ба-ба-бам, гонять. Нефть нужна для крафта пластик, который используется в синих колбочках. Вот. Так, здесь вот, я смотрю, уже еще прорыв был. Спасибо большое. Большое количество противников в эту дыру прорвутся и поломают там чё... Блин, ладно. Нефть нужна сначала для изготовления аккумуляторов, потом для красных микросхем, а потом для почти всех крафтов. Еще из нефти можно крафтить твердое топливо. Нефть нужна для переработки в серу, а потом в серную кислоту, обязательно для батарей. Все, я понял. Ну, значит, так, это убираем, это все уже собрано. Значит, я так понимаю... Хе-хе. Так, стоп.
То есть я могу свои тачки... А как мне в нее сесть? А как мне в нее сесть? Ребят, как в машину сесть? Скажите, пожалуйста. То есть я в нее могу положить патроны, что ли? Так получается? Это очень круто. Чувак, с нефтью такой... На. А, нефть, нефть, нефть нужна, на машине есть турель. Так, как в машину сесть? Куча объяснений о нефти сразу. Это нормально, ребят, зато я могу... Нормально, отстреливаюсь. Вот-вот-вот, прорыв! Где? А, нет, стоп. Это вон говорит... Вот странно, что... Говорят, что типа... Видите, именно забор тоже ломается. Так, на F. А я вроде жму на F. Так, стоп. Сейчас, сейчас, ребят, тогда сообразим. Так. Ты вроде вот жму на F. Нельзя... Что-то странно. Может быть, я не тот... А, ну топливо же не уголь, она же не на паровом двигателе-то тачка. То есть нужно теперь реально делать мне нефтепереработку. То есть, все, я понял. На Enter с компом все нормально. Прости, если напомнил, правила сделал. Правила прочитай внизу. Tab или Shift или Enter. Tab или Shift или Enter. Нет, а точно вот, может быть, все-таки на угле она... Хотя вот... Не написано же, да, что... А, во! Enter, Enter, ребят. А как стрелять, интересно? Давайте погоняем немножечко. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Тут довольно-таки неудобно на ней ездить-то. Хе-хей! Сафари! Ой-ой-ой! А там в меня кто-то стрелялся, прикиньте. Вот это прикольно! Да давай стреляй, чё ты не стреляешь-то? Там, прикиньте, у них вышки, оказывается, есть. То есть у них база не, тоже не просто так. Слабовато, конечно, бронебойные нужно патроны ставить уже. Спасибо за подписку, друг. Забавно. Что ты с каждым стримом, Павел, ты меньше внимания на подписку обращаешь. Ну, ребят, это неизбежно. Спасибо большое. Ну, это неизбежно, ребят. Со временем я скоро на подписку совсем не буду обращать внимания, потому что, ну, как бы... Ну, я устаю, как минимум, говорить всем спасибо. Блин, нет, смотрите, что-то нереально. Я их столько убивал, и вроде бы... Да, блин, вообще не вовремя так-то, вообще-то. Ладно, давайте все подряд изучать пока что. Блин, они в меня стреляются, посмотрите, так, не слабо притом стреляются. В тачку попали! Ладно, отступаем, отступаем. Пулемет еще реагирует, на самом деле, ну, не так быстро, как хотелось бы. Ладно. Ой, врезался. Круто, конечно, но, честно говоря, так вот, ну, не очень, я бы сказал. Я немножко другого ожидал. Давайте посмотрим, как у нас с бронебойными патронами что. А у меня их нету пока что. Так. Родион. Еще раз это предупреждение. Хотя... Ребят, еще раз говорю, прочитайте, пожалуйста, правила. Если вы не будете соблюдать элементарные вещи, то, ребят, уж извините, будете просто вылетать и все. Так, я смотрю, с зелеными бутылочками у нас проблемы. Давайте решать эту проблему, потому что это катастрофа. Так, стоп, а зачем я так вот? Стоп, 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 давайте просто вот с этой стороны вот так вот сделаем. И... Давайте это пускай будет так. Ну, обычный манипулятор успевает. Спасибо за подписку. Обычный манипулятор успевает. Так. Спасибо за подписку. Так.
Здесь зеленые бутылочки, так. Здесь зеленые бутылочки, так. Так. Спасибо за подписку. Привет, я не знаю, почему так мало народа. Почему решил в факторию играть? Захотел и начал играть. Ой, не то. Спасибо за подписку. Ну вот как-нибудь так вот. Процесс явно сейчас намного быстрее будет. Так, еще хотелось бы... Так, поехала она. Еще хотелось бы, наверное, еще один поставить. Почему бы нет, да? Так, мне для большинства фактории не... Мне кажется, для большинства фактории... Ну да, для многих же что главное? Главное графика, ну так называемые графодрочеры или как там еще, как угодно их называйте. Но на самом деле в большинстве случаев именно так и происходит, потому что люди смотрят, фу, какая графика. Честно, я тоже вот когда увидел эту первую игру, я на нее не обратил внимания, вот честно. Потом просто мне ее описали в какой-то там, я не помню где... И я в нее начал играть. Только таким образом. И здесь огромнейший минус. Они как-то мало ее рекламируют, что ли, разработчики. Они мало вкладываются в какую-то красивую картинку именно при поднесении этой игры. Так. Процесс идет. Чего-то модернизация идет, но бронебойные патроны нужны. Вот что. Так, где-то вот, только где их вспомнить-то? Вот они, бронебойный патрон. Давайте в первую очередь это сделаем. Так, процесс пошел, больше бутылочки начали накапливаться, это хорошо. Так, что еще? Здесь, в принципе, хватает всего, если так подумать, да? Нет, не хватает. Стоп, пешенька, здесь вот очень... Один манипулятор слишком наглый стал, то есть он... Стоп. Так, вот это мы изучили. Ну ладно, пускай это будет. Ворота пускай делать. Так. Ага. Все, я понял, в чем проблема. Подача железа у нас слабеет. Поэтому, ребят, немножко меняем диспозицию и... Мы пытаемся увеличить количество железа, производство железа. Прям вот на пофиг, тут вообще, посмотрите, нереальные какие-то конструкции нужно будет делать. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Так, я не... Так, спасибо за частые стримы. Стараюсь, ребят, стараюсь. Реально стараюсь прям. У меня даже жена, чё ты часто стримить начал? Реально стараюсь, все для вас делаю, вот реально. Не всегда хорошо получается, но, ребят, невозможно сделать каждый стрим хорошим, да? То есть нельзя сделать, чтобы он похож был на другой или еще что-то. Всегда зависит не только все от стримера. От стримера, ну как сказать, от него зависит многое, но... Также зависит и от зрителей многое. То есть здесь очень важно, чтобы... Люблю смотреть твои стримы. Спасибо большое. Тоже важно, чтобы как бы... Смотрители, смотрящие. Почему мне вот смотрящие хочется, ну, вот вас именно смотрящими называть? Не знаю, но вот именно так, что вы тоже должны быть
ну, как бы правильно, что ли, на все реагировать, правильные вопросы задавать, какие-то более активно участвовать в разговорах или еще что-то типа такого. Так, единственное, вот здесь вот минус, да, вот этого, этой части конвейера. Блин, а может быть, что-то как-то недалеко ли? Вот я что думаю. Так, ну ладно, это нападение не серьезное. Вот тоже вот такие комментарии. Объясните, в чем смысл игры. Ну посмотри, пожалуйста, стрим, и ты, ну, может быть, для себя поймешь, в чем смысл игры. Ну или просто, может быть, посмотреть стоит видео. Потому что каждый вроде находит для себя свой смысл, да, в том или ином занятии. Ну, лично мое мнение. Поэтому спрашивать у кого-то, в чем... Это, то есть, тогда уж можете задаться вопросом, в чем смысл жизни. Тоже хороший вопрос. Давай, удачи, пока. Так, то графика для такой игры довольно приятная. Не комик, ну, согласен полностью. Графика как раз таки, она самая лучшая. То есть здесь лишнего ничего нету. То есть, и самое главное, что если бы графика была бы там супер 3D навороченной, игра бы тогда тормозила, ребят. Любая более-менее нагруженная система, она бы сразу нагружала ваш компьютер. Ну, пример, очень огромный пример есть Майнкрафта, да? То есть... Вот самый главный пример. Так, я здесь неправильно сделал. Мы давайте немножко иначе сделаем все. Когда в Майнкрафте с индустриальными модами играешь, когда ты делаешь огромнейшие системы, там, логистические или что-нибудь типа такого, то, ну, игра начинает подтормаживать. Ох, как медленно делается... Как понизить качество стрима? Всем удачи, желаю хорошего настроения. Спасибо, удачи. Нет, смысла игры нет. Вообще, если давайте уж философствовать, то мало в какой игре есть смысл. Любая практически игра такого жанра — это трата времени. Вообще, любого, точнее, жанра. Но мы же играем ради своего удовольствия, поэтому... Ребят, самое лучшее, когда вот вы приходите... И смотрите игру, она вас чем-то зацепила. Ну вот, это у меня так происходит. Если она вас чем-то зацепила, возьмите и попробуйте. Все, больше здесь ничего не требуется. Блин, посмотрите, там внизу огромнейшие базы. И мне что-то даже страшно туда куда-то как-то, блин, жутковато на самом деле. Потому что я боюсь, что там просто мне что-то наваляют и все. Так, ладно, электричество. Я боюсь, что...